Учитель физкультуры и мастер восточных единоборств Иван Иванович Дамов давно мечтал свою открыть онлайн-школу. И вот его голубая мечта сбылась. Но как же это все было? Его пугали страшной налоговой службой, но оказалось, что ему не надо скрываться от налогов. Ему грозили тем, что нужно обязательно иметь лицензию Рособранадзора, но, оказывается, лицензия требуется не всегда. Над ним надсмехались, что он не сможет сам создавать эмоциональную продающую рекламу. Ему угрожали уголовным кодексом, так как это будет незаконная предпринимательская деятельность, но он ничего не нарушает. Масса советчиков его пугала тем, что потребуются дорогие видеостудии, стилисты, парикмахеры, осветители, сценаристы, продюсеры, юристы, бухгалтеры, наличие сложной платформы, лендинги, блоги, вебинарная система. И всем этим нужно владеть в совершенстве. Но для освоения всего этого нужно иметь несколько жизней. Оказалось, что на самом деле любому желающему надо иметь всего лишь две точки опоры, получить платформу DreamStudy и пройти обучение в корпоративном университете DreamStudy. Запишись на курс, послав заявку в свободной форме на pavel@dreamstudy.ru.